Сейчас вы посмотрите новую серию Пиксельмона. И если вам захочется посмотреть еще одну новую серию Пиксельмона в этот же день, то вы можете поставить лайк под этим видео и поставить лайк под тем видео, на которое вы сейчас видите ссылку на вашем экране. Если под этим видео наберется 100 лайков, и если под тем видео наберется 100 лайков, то есть на каждом видео должно быть по 100 лайков, новая серия Пиксельмона выйдет в ту же минуту. Дата выхода серии зависит полностью от вас. Все, что от вас требуется, это ставить лайк на новой, последней вышедшей серии Пиксельмона и на том видео, на которое будет появляться ссылка в этом видео. Ставьте лайки, смотрите новые серии Пиксельмона и всем приятного просмотра. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И ребята, в прошлой серии мы словили еще одного шайни покемона. Кого мы там словили? Нумела, да, ушастого, зайчонка. И сейчас мы возвращаемся сюда. И идем мы продадим вот это все, что у нас есть, добро. Продадим и посмотрим, сколько там у нас еще алмазов нужно, чтобы купить Забдуса. Так, что тут, больше нету лечилок? Так, тут вот это, что тут еще есть? Вот это еще сможем продать, где оно? Так, что тут еще? Вот тут мы сможем вот это. Ну, в принципе, нормально так. Что-то есть еще, нет? Есть. Вот это есть. И где оно? Вот. 14 алмазов, ребят. В принципе, нормально так, если честно. Ребят, если мы сейчас продадим вот эти все покеболы, которые у нас есть, то у нас уже хватит на Забдуса. Но, в принципе, я так думаю, не будем их продавать, пускай они будут. А накопим, ну, алмазами на Забдуса вот так. В принципе, 14 алмазов, ребят, это уже нормально. У нас же вроде еще есть тут что-то, да, что мы можем продать. Так, вот это сюда. Секунду, это вот сюда. Так, что мы отсюда можем продать? Вот это сможем продать. Это. Вот это. И вот это. И вот это. 16. Ух, капут. Так, отсюда. Это сможем. Так, и вот так. Отлично. Так, сейчас, это вот сюда. И вот тут у нас, в принципе, это тоже мы сможем все продать. Ну что, погнали. Продадим вот это все и посмотрим, сколько нам не хватает еще алмазов. Да. Погнали. Так. Давайте вот этого... Точнее, вот это продадим. Так, что тут у нас есть еще? Вот это. Где у нас... Есть еще какие-то лечилки? Вроде нет. Или есть? Есть. Так, отлично. 22 алмаза. Уже, в принципе. Тут. Это мы сможем продать. Это... Да, ух ты, да, в принципе, у нас уже нормально так алмазов, ребята. Это. И вот это. В принципе, тут больше нет нифига, да? А вот тут... Вот тут мы сможем вот это продать. Это. Так, нет, есть очки, есть. И вот это. Где оно? Еще. Так. Нет, вот еще. Вот так, 46 алмазов, ребята. Пух, да ну нафиг, это вообще
46 алмазов, это нормально. Сейчас мы... Торчик, он уже у нас есть. Сейчас мы посмотрим, ребята, сколько у нас есть там алмазов. В сундуке. Так. Давайте посчитаем. Ух, сколько сейчас считать. 120, 180, 188, 192. 202... 210 алмазов. Ребят, нам еще не хватает 40 алмазов. Вроде, если я правильно посчитал. 40 алмазов? При принципе, ребят, нормально, нормально. 40 алмазов, и мы уже сможем себе Забдоса купить. Так, ну что, давайте... Ух, нет. Нужно выложить в компьютер. Так. Тебя мы... Нет, сначала в кого бы прокачать Иви? Давайте в огненную. Ее у нас тоже вроде нету. Сейчас мы ее прокачаем. Иви. Давай-ка. Потом еще остается 1, 2, сейчас. Огненная, водная. Так, у нас есть ночная, дневная, да. Сейчас нам остается огненная, водяная, лиственная. Так, он где, под землей? Нет. Да. И потом еще... Ну, короче, еще где-то 4 Иви, да? Так, ну что, давайте ее прокачаем. Отлично, давай, качайся. Пу, эволюционируй. Давай. Прокачивайся уже. Ну, давай, все, отлично. Флорион. Вот он. Она. Так, ну что, идем мы поставим в компьютер. Так. 5 ячеек у нас уже вот этих сундуков, как их, ящиков, да, можно сказать, заполнено. Так, сейчас. Тебя мы прокачаем. И тебя мы прокачаем. Отлично, ну чё, нет, давайте идем подрыхнем немного, выспимся. И давай. Все, погнали в пустыню, ребята, нужно караулить Грудона. Нет, сначала, тут у нас покемон Басяра. А где у нас покемон Басяра? Он или упал, или под землей, скорее всего. Ну, под землей я не буду рыться. А вот этот... тоже под землей, так что, ребят, идем мы в пустыню. И давай сейчас. Вот так. Погнали. Сейчас вспомнить, кого у нас нету. Хитмончана нет. Вот, действительно. Это такие покемоны, которые, в принципе, эволюции не имеют, и можно бы их словить. Идем как раз мы в ту сторону, там у нас, да, там у нас горы, и, в принципе, там. Сейчас мы их попытаемся найти. Погнали. Может, Гроудон надумает что-то. Может. Фиг его знает, что он там хочет. Ладно, пускай думает. А мы пойдем в горы караулить каратистов и боксеров, да? Хитмунли. Так, ну чё вы, где вы? Вы тут, ребята? Ух, точно, нам... Оп, покемон Басяндра летающий, которого мы хрен, в принципе, догоним, словим и убьем. Вот он, перехват, ребята, перехват. Где он? Застыл там. Вот. Так, ну чё, кто там? Ну кто же еще, если не вот этот летающий? Так, отлично. Ну давай ты уже. Давай, кто там сейчас? Ух, 1, 2, 3 алмаза, ребята. 3. То есть еще 37, да? О, ну, в принципе, чертвик уже эволюционирует. Давай.
И нам где-то осталось где-то 35 покемонов приблизительно. Может чуть-чуть меньше, может больше. Так, Гротл, Гротл, Гротл. Вот, отлично. Вот он. Так, ну чё, потопали куда-то. Ну не то, что потопали, фиг его знает. Или телепортируемся опять в пустыню, или поищем тут кого-то. Кто тут есть? Кто дома? Ну не то, что дома, ладно. Кто тут бегает? Походу никого. Ладно, давайте. Пойдем куда-то вот сюда. Побежали назад в пустыню, ребята. Нужно караулить Гроудона. Или он спавнится, просто не показывает нам, да, что он заспавнился. То есть не показывает сообщение, да, что вот там заспавнился. А прикиньте, если такое возможно. То есть он уже где-то там, не знаю, сколько раз заспавнился, а нам не показалось, что он заспавнился. О, давай на перехват, перехвачиваем. Да, давай-ка ты в эту сторону, ну что ты там Давай-ка ты иди сюда. Сюда, на перехват, да бежи ты, чё ты? Нет, ну Мью, ну чё ты такой? Ладно, не хочешь по-хорошему, включай мигалки. Пидиот, давай, каркай, чё ты там делаешь? Догоняй, давай вторую передачу. Третью, давай немного быстрее. Пятую, давай сразу же. И давай, включай нитро. Нитро, давай. Да чё ты? Он убегает, он завернул. Сейчас мы его... Да хорош уже лагать, ну чё ты прикалываешься-то? Не, ну ты вообще... Да... Вот, твою ж мать. Убежать от нас хотел. Хрен. Так. Так. А, ну, ультрабол, еще один алмаз. Нормально. Чё, давайте сюда дальше. В пустыню. Воу, чё вы там плющитесь? Там покемон-босс заспавнился, но уже пропал. Так, есть тут кто-то? Так. Давайте-ка полетим мы, где тут пустыня побольше. Вот, давайте в эту пустыню полетим. Она вот где-то вот там. Полетим-ка мы вот туда. Полетим. Там пустыня такая просто побольше будет, да? И вдруг. Может, не то, что вдруг, но может Гроудон все-таки надумает. Ладно, полетели. Мастерболы при себе, ну, в принципе, всегда. Они там валяются, лежат. О, покемон Босяра. Покемон босс. Но если он в земле, я не буду туда рыться. А он в земле. Ладно. Вот пустыня вот эта. Вот, отлично. Пришли. Ну чё, есть кто-то? Нет никого, ни боссов, ни. Ну давай, думай, чё ты там? Нет, чё, никто... назад, разворот и назад. Хотя какой назад, эта скотина уже пропала, да? Ладно. Вот сейчас. Вот тогда опять сюда. Там кто-то есть, но он. Воу. Хитмонли. Какие знакомые. Нет, он в земле, так что не будем мы туда. А давайте попытаемся вот эту. Вот этого словить. Ну чё ты тут? Иди сюда. Ну давай, ну в принципе я бы и сам на тебя напал, но раз ты уже так хочешь, ладно, давай, Пиджот, снеси ему башку немного. Ух ты сильный.
Генгар, я боюсь Генгара, мы его с одного удара забабахаем. 59 уровень, Shadow Ball, Dark Pulse. Ух, нормально. Давай еще немного. Еще один раз. Отлично. Ну, в принципе, сейчас давайте попробуем словить его. Ультрабол и поехали. Давай. Ну ловись. Ну 45 уровень, в принципе, словить 45 уровень. Не знаю. Не знаю, получится ли. Ультрабол мастербол использовать на него. Ребят, не знаю. Ультрабол на Хитмонли, но в принципе он 45 уровень, да, жердяй, конечно, но. То, что как бы мастерболы мы можем себе покупать, да, то есть 5 мастерболов. Уф, каких нахрен 5 мастерболов? 5 алмазов, 1 мастербол. Как у нас стоит магазин. Ну, как, в принципе, мы покупали, да? Ну давай, залазь. Ну залазь. Ну давай. Да твою ж мать, вылез. Ну давайте еще два ультрабола на него потратим. И давай мастербол. Потому что просто-напросто тоже... Если мы его будем так каждый раз по 10 ультраболов на одного покемона выкидывать, то это тоже как-то не очень, да, согласитесь? Каждый раз себе делать столько ультраболов и... Ну давай. Ну залазь ты, ну ладно, иди ты, короче, в мастербол, да и все. Главное все мастерболы не профукать, чтобы хотя бы на Граудона из Абдоса осталось. Да то, что как бы я говорю, мы же сможем купить, да? Ну давай. Отлично, словили мы его. Ну конечно, мастербол. Так, ну чё? Кто тут есть еще? Вот это у нас есть. Ладно, давайте дальше. Полетели куда-то. Вот, это босс, да, это босс или... Нет, это босс. Ну он в земле. Опять земля. Ну ты чё, прикалываешься? Ладно, давайте попытаемся его найти. Где он? Ну где ты, твою ж? Сейчас мы в лаву уже провалимся, а тебя нету. Это ты? Нет, это не ты. А чё ты тут забыл-то, зараза? Ребят, мы уже тут были, там же дорожка прокладена. Охренеть. Так, ладно. О, вот ты. Спрят. Так, ладно, давайте. Два алмаза, норм. Так, ну чё, давайте пороем. Фосил? Гравий. Может, да и будет, да? Ну чё ты там? Давайте еще немного. Сколько тут еще осталось? Нет, нету тут. Так, ладно, нету. Ну, давайте еще вот тут пороем. Что тут? Нет, тут тоже, в принципе, нет, ребята. Так что давайте отсюда выбираться. Так, тут тоже нифига нету, только лаги. Только лаги тут есть, ребята. Да. Вот там покемон босс, но я боюсь, мы к нему не добежим с такими лагами. Или они сейчас прекратятся. О, 40 уровень. Так, ну давайте попробуем, если он, конечно, не в земле. Или где он там?
А Гроудон случайно, ребят, не ночью спавнится? Ну как бы тут же есть вроде такие покемоны, которые и днем, и ночью спавнятся. Ну фиг его знает. Так, два алмаза. Ну чё тут? Ладно, ребят, я так думаю, давайте уже, наверное, может домой возвращаться. Хотя, если я сейчас тпхнусь, то 100% выкинет, а бежать мы туда будем очень долго. Давайте попробуем полететь. Давайте, куда? В эту сторону. И давайте не потихоньку. Чё это? О, опять было. Или это, наверное, от Пиджиота, да? То есть он шайни, вот эти искры его. Ну не искры, чё там от него. Так, ну давай, летим, летим, лаги, летим. Опять сейчас покерадар кикнет, ну точнее выкинет, заглючит, крашнется, короче, что он там хочет. И давай, 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 где-то уже тут близко, вот, вот сюда, 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 давай. Назад, разворот, побежали, полетели, что у нас там за шайни, опять шайни. Так, главное не выкинь, главное не выкинь. Ух, ух, отлично, Венонат Шайни. Ребят, вообще капут. Пинсир, он у нас есть? Как раз я его сейчас заметил. Ну залазь хотя бы ты, ну давай, Шайни, ну чё ты? Ребят, 80% покедекса, вот. Шайни, ребят, еще один шайни покемон. Это вообще, ребят, шайни, офигеть, еще один шайни. Капут. А Венонат у нас вообще был или как? Не знаю. Ладно. Ну, в принципе, словили мы шайни, отлично. Так. Давайте отсюда, вот сюда, вот так. Ребят, на этом мы, наверное, закончим эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забываем 100 лайков на этом видео, 100 лайков на том видео, на которое вы можете найти ссылку в начале этого видео. Когда на этих двух видео наберется по 100 лайков, выйдет новая серия Пиксельмона. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.